балансового вартістю банка Довченка направили нам саме той лист, який я тут прочитав. Вони не надали нам ані інформації про залишкову балансову вартість, і якихось важливих для того, щоб видавлювати цю інформацію, у нас немає. І вони нам дали інформацію про те, що вони наполягають на продажу за оціночною вартістю. Несмотря на эти письма, такое, да, впечатление, что мы так просим, унижаемся, и ничего из этого не получится. У нас есть охранный договор. Почему вы им не пользуетесь по этому зданию? То есть тогда пойдет вопрос, оно не будет пропадать. Вы накладываете штрафные санкции, тогда как-то можно торговаться, говорить. А так это впустую. Мы просим, и ничего не получаем. К сожалению, законодательство по охране архитектурных памятников очень запущено. Я не верю. Я могу ошибаться, но тем не менее, то, что мне известно, у нас получается крайне запутанная ситуация в том, что здание когда-то признавалось памятником архитектуры решением областного совета. Поэтому органом охраны по отношению к этому зданию является департамент культуры Донецкой облгосадминистрации. А охранный договор составлен нами, то есть законность этого охранного договора и все остальные процедуры, которые связаны с накладыванием определенных штрафов, это большая проблема. Да, если комиссия мне сейчас поручит, я попытаюсь еще раз заняться этой проблемой, я не могу сказать, каким образом она решится. Но то, о чем вы говорите, это вопрос штрафов. О чем говорит в своем обращении господин Овчинников, это вопрос приобретения в собственность, любым путем, но в собственность. Штрафы и собственность – это несколько разные вещи, давайте не подменим. Юрий Иванович, я не подменю, я просто... Я не говорю, что вы подменяете, я говорю, давайте просто... Просто купить, давайте за 10 миллионов купим, или давайте купим за реальную стоимость. Вот вся разница. Ну, а 10 миллионов, ну, купить надо. Я не веду речи. Так, секунду. А скажите, пожалуйста, Юрий Иванович, вы знаете, по пользованию землей, насколько доходно пользование собственного здания... Так, пишем поручение, значит, уточнить. Разрешите дать информацию. Есть ответы? Да. Да? Есть? Да. Вопрос земли не урегулирован вообще. Смотрите, в центре города курорта. Там есть кадастровый номер. По отмостке оформляли проект отмостки. Но никуда не переземали. Если там будет аренда, то аренда там будет там 1015 в месяц 100%. Так тогда подождите, вот на каком основании? Они не платят уже за землю. Вот. Тем, что с момента приобретения 92-го года. И у нас нет рычагу увеличения. Потому что здесь это подарок. Они должны еще подарить, еще копу. 2009 это вопрос переоформления статуса облгаза, да, акционирования. А в распоряжение той организации, которые стали правоприемники под Донецкий облгаз, они переданы в 96-м году из собственности Славянского керамического комбината. В коммунальной собственности данное здание никогда не было. Ну, если не считать... Договор купли-продажи, выданный 15.01.2002 года. Для кого? Для ПАК Донецкого облгаз, да, это с момента его организации. А до этого оно принадлежало объединению Донецкого облгаз полностью государству, это другое было юрлицо, но при этом в связи с акционированием. Значит так. Давайте будем двигаться по закону. Значит, поручить департаменту, вернее, управлению, нашему юридическому, почему, в связи с чем, с 2002 года не был заключен договор на пользование землей, то ли это аренда, то ли это постоянное пользование, то ли еще какое-либо. Почему получить собственность города? То ли это будет покупка, то ли это будет какая-то передача, ну, еще нет. Но законным способом получить это здание, не дать ему, во-первых, разрушиться, потому что оно, если кто туда заходил последний раз, посмотрите, вы просто уже смеетесь, не дать разрушиться. Это здание сегодня очень нам необходимо в городе. У нас много детей, которые в центре города имеют большое желание заниматься любимыми видами творчества, но... приходится ездить им на вокзал,
бывший ДК ЖД, да, и ютиться по разным рода комнаткам. Это здание нам необходимо, только надо сегодня предложить способ передачи нормально его в нашу собственность. Или есть вариант, я не знаю, Юрьевич обращал, исполком обращался в администрацию, чтобы они взяли или выкупили его на свой баланс, здесь под их управление департаментом культуры, чтобы оно находилось здесь на нашей территории. Сейчас прекращены полномочия областного совета, поэтому областную коммунальную собственность они ничего купить не могут. Областная вестовая цивильная державная администрация не может покупать объекты недвижимости. У нас есть четкие вопросы, которые были поставлены заявителями на это заседание комиссии. Я прошу четко дать представителям, органам исполнительной власти ответы на эти вопросы. Юрий Иванович, их тут 9. Я услышал. У меня в руках нет даже прощения. Письмо меня попросили принести звезды. Если можно перебрать вопросы, если вы можете на них все ответить. Потому что в связи с этими 9 возникло счет. Я сейчас написал для себя еще 3-4. Уже денег за пользование земельным участком ДК в городской бюджет. Без оформления с момента Для этого нужно заявление в комиссию по. Кто заявление? По закупку сбытки, которая работает в городском. Кто должен написать заявление? Ну, я не знаю. Мы можем мы напишем заявление, комиссия наша напишет заявление, я подпишусь и секретарь заместит. Просто там порядок. Мы можем запрашивать нормативный порядок. Пойдет, все. Так. Значит, на первый вопрос. Данное здание является памятником культуры и архитектуры местного значения, утверждено распоряжением главы областной державной администрации номер, не помню, 92-го года за подписью тогдашнего главы Виктора Федоровича Януковича. Вопросы по контролю за соблюдением возложены на органы местного самоуправления, подчеркиваю, Юрий Иванович тут нам говорит, на органы местного самоуправления, в соответствии с законом Украины об охороне культурной спадщины. Там в этом законе ничего запутанного нет, там есть штрафные санкции, предусмотренные за невыполнение обязательств собственника по сохранности культурной спадщины. Данное здание, я сказал, распоряжением Януковича 92-го года признано памятником архитектуры местного значения. Контроль возложен на органы местного самоуправления и на департамент архитектуры и будивництва Донецкой областной администрации. Но на департамент контроль за соблюдением данного распоряжения. Далее. Пользуясь присутствием тут двух юристов, хочу сообщить, что имеется охранный договор, подписанный двумя сторонами, двумя юридическими лицами, отделом культуры и ПАК «Донецкоблгаз» в лице, по доверенности в лице бывшего руководителя славянского «Бургаза» Белоусова. То есть имеются договорные отношения, где предусмотрены санкции в соответствии с законом об охороне культурной спадщины, где черным по белому написано, что отдел культуры имеет право накладывать штрафные санкции в соответствии со статьей такой-то, по-моему, 41-42 закона об охороне, или, ну, в статьях ошибаюсь, закон об охороне культурной спадщины за несоблюдение условий. И прописаны условия. Одно из важнейших условий – содержание в надлежащем состоянии памятника архитектуры. То есть говорить о том, что это запутано, ну, можно, если ничего, что сделано, ничего не сделано. Предлагалось тогда, давайте, это ж делается соответствующим образом. Выписывается административный протокол и направляется, потому что орган, отдел культуры, это тот уполномоченный орган, составляет административный протокол. Точно так же, как при исполкоме администрации. И направляется в соответствующий протокол. Если ПАК будет оспаривать в суде составление админпротокола, будет оспаривать. Но основания, договорные отношения, тут выдумывать ничего не надо. Подписаны охранные договоры. Переговоры. Потому что мы очень часто слышим из городского головы, что мы ведем переговоры. Есть ли такие переговоры, на каком этапе? Я зачитал последний официальный ответ. И снова таки повторюсь, я уже это говорил. Этот ответ не отзывался. С марта месяца ситуация не изменилась. Переговоры не ведут. Их предложение в силе. Все, точка. То есть задолженность, которая образовалась
из-за неупорядоченности земельных отношений. Я двумя руками за то, чтобы хорошо, будем обращаться в суд, проиграем, проиграем, дело такое. Может быть, господин Федорченко поможет нам выиграть суд, если будут акты оспариваться в суде. Ладно, сейчас несколько о другом речь. Сейчас мы вступим в длительную судебную тяжбу, дождемся, пока оно спокойно развалится, зато мы будем в конце концов, может быть, иметь какой-то шанс получить какие-то штрафы, получить какие-то выплаты от облгаза. Может быть, все вилами по воде. И когда депутаты городского совета, позвольте, депутаты городского совета, не я, не кто-то другой, принимали решение о покупке, они, наверное, думали, что они принимают, почему они принимают, и принимали во внимание оценочную стоимость. Поэтому сейчас просто-напросто о чем-то рассуждать, кроме того, что уже свершилось, а свершилось, господин Федорченко с группой других людей обратился в суд, оспорил в судебном порядке то решение. Суд принял решение, аннулировал решение городского совета.